Здравствуйте, Оксана. Это видео про ваш одуванчик. Он запрограммирован под фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 2 до 32. Почему до 32? Вы увидите из таблицы поправок, которую я вам также высылаю в письме. Калибр для наклейки одуванчика на этот объектив не нужен. Вы в этом убедитесь, посмотрев мою видеоинструкцию. Соблюдайте все, что я рассказываю и показываю видеоинструкции, и у вас получится наклеить одуванчик. Вот он сам одуванчик. Сейчас я его упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.